Бой затих у взорванного моста полтора десятка лет назад. Как же было отойти непросто от обстрелов, рейдов и засад. Жаркая и русская погода, мухи, духи и свинцовый зной. Звезды не родного небосвода, БТР домины под ногой. Ах, как годы пролетели лихо, седина и в профиле анфас. Как живешь, родная Балашиха? Как там ресторанчик «Бычий глаз»? Повзрослели местные мальчишки, как на дачу ездят за кордон. Вряд ли кое из них читают книжки, те, что пишут дяденька-шпион. Глядываюсь я в родные лица, седины ковы ласкает глаз. Знаешь, друг, давай за бледнолицых, за КОС, за дружбу, за спецназ, за зенит, за гром, омегу, вымпел, и Музбату пламенный привет. За нее б еще канистру выпил, если б не проклятый диабет. А в России непманы жируют, а в России бродит папуас, чья сыновья опять воюют, нарушая ельцинский указ. Снова в неизвестность улетают, снова поминальные огни, и кому-то душу разрывают проходные возле дурнии. Вот это Климов, он же кличка Карась, в 89-м году.